пятницу в Химках прошел муниципальный форум «Идеология лидерства». Открытые дискуссионные площадки, на которых жители, представители областной и местной власти, бизнес-сообществ и многие другие обсуждают вопросы развития муниципального образования, уже проходили в Подмосковье в 2014 году. В 2015 первым городом, где прошел форум, стали Химки. Подробнее о мероприятии Артем Макаров. В какую сторону, по какому вектору будет двигаться наш город? А кто же сегодня собрался? Собрались сегодня представители общественности, жители нашего города, представители бизнеса и, конечно же, представители наших местных властей. Работать на опережение – это девиз администрации нашего города. Владимир Слепцов в своей речи подчеркнул, что делать это нужно, даже находясь в трудной экономической ситуации. Несмотря на кризис, местные власти планируют в 2015-м привлечь инвестиции в округ на 3 миллиарда рублей, что на 1 миллиард больше, чем в прошлом году. Диалог о том, что как мы вместе идем вперед, как мы выполняем идеологию лидерства, каким образом мы сегодня исполняем те поручения губернатора, которые поставлены перед нами. Да? Поэтому я считаю, что как раз мы сегодня определим, правильным ли путем мы идем и каким образом мы придем к той цели, которые перед собой поставили. Уникальная площадка для общения. Именно так характеризует форум «Идеология лидерства» его участники. Обсуждение вопросов разделено на секции. На одной – общественно-политическая жизнь, на другой – социально-экономическое развитие города. Это нужно вообще гражданскому обществу. Я считаю, что одна из главных проблем, которая существует в отношениях власти и общества – это вопрос коммуникации. Порой власть не слышит общество не потому, что не хочет, а потому, что нет каналов коммуникации. А общество порой не знает, что делает власть. Химкинский форум в новом формате, который, мы надеемся, будет успешным и задаст нам формат для дальнейших форумов, которые состоятся в этом году. Изменились условия жизни, мы живем в новых экономических условиях. Это повышает требования, с одной стороны, к власти, с другой стороны, к бизнесу. У участников форума есть 3 минуты, чтобы рассказать о своей проблеме и либо предложить решение, либо попросить власти решить вопрос. Большинство представителей малого бизнеса, они сталкиваются с абсолютно одинаковым списком стартовых вопросов. Первое – это аренда. Второе – где взять деньги? И третье – налоги. Так вот, первая аренда, я предложил создать в каждом городском округе, в каждом подмосковном городе единую базу. В чем персональное лидерство каждого жителя своего города? Один из главных вопросов форума. Ответ найден. Это командная работа. Жители, бизнес, сообщество и местные власти должны действовать сообща. Артем Макаров, Сергей Гвоздев, Алексей Малахов, Андрей Хомченко. Служба новостей.